Сотрудниками полиции Тувы выявлена группа лиц, специализировавшаяся на кражах скота и последующем сбытии похищенного. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела, возбужденного по части кража с причинением значительного ущерба гражданину, были установлены 5 мужчин, 3 из которых ранее судимы, систематически совершавших хищение скота и поставку его мяса на рынок. Во время следственных мероприятий было установлено, что схема краж скота всегда была единой. Как правило, потерпевшие, владельцы поголовий, оставляли свой скот на пастбищах, фактически без присмотра, и данный факт был на руку скотокрадам. К условленному месту фигуранты подгоняли свои автомашины для транспортировки животных, отбивали от стада или табуна нескольких лошадей или коров и забивали их. В дальнейшем туши похищенных животных перевозились в укромные места. Мясо разделывалось и сбывалось перекупщицы. В нескольких случаях они заходили на территорию кошары и просто уводили за собой нескольких животных. Также при расследовании уголовного дела полицейскими установлена и задержана постоянная скупщица краденого мяса. Ею оказалась 55-летняя кызылчанка, которая была осведомлена о том, чем промышляют мужчины. В отношении скупщицы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 175 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». В настоящее время расследование уголовных дел продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемых, а также лица, которые могут быть причастны к совершению указанных преступлений.